Дорогие девчонки, сегодня я вам покажу, как сделать супер классный смузи. Что такое смузи? Смузи – это специальный продукт, который подходит прекрасно для завтрака, который подходит прекрасно для перекуса. Это ягодки, которые мы будем перемалывать, и когда вы будете пить смузи, прям будет чувствоваться у вас вот в ротике вот частички данных ягодок. Как это хорошо для нас, для нашего желудочка, то, что у нас будет длительное насыщение. Чтобы смузи был у нас вкусный и интересный, мы с вами будем использовать наши коктейли. Можно взять любой, смешать ванильный и клубничный и добавить туда ягодок, потому что в смузи обычно смешивают несколько видов ягод. Лучше всего их делать из ягодок, а не из фруктов, потому что в фруктах больше сахара. И продукт, который вы приготовите, он будет для вас менее полезный. Значит, что нам нужно? Нам нужно 100-150 грамм ягод. Я даже их взвесила все это на весах. Нам нужна порция нашего коктейля. В данном случае я возьму пол порции клубничного коктейля и пол порции ванильного коктейля. А также нам нужно 250 миллилитров водички. Можно, конечно, использовать молоко, но молоко я не использую. У меня есть такая проблема, я вам о ней говорила, что у меня сыпет лицо. За счет того, что в молоке находится лактоза, у меня высыпание на лице. Кстати, если у вас есть похожая проблема, то я рекомендую вам на 2 недели отказаться от молока. Если у вас есть кожные высыпания, акне, либо единичные какие-то высыпания, либо если у вас есть псориаз, то это вам любой диетолог скажет однозначно. Нужно отказаться от молочки полностью всей, и йогурты, и кефир, и молоко. Все мы исключаем. Кстати, я очень люблю йогурты, и для меня проблема от них отказываться. Что мне помогает? Это помогают наши коктейли, потому что когда я их замешиваю на водичке, вот клубничный с кусочками клубники или наш смородиновый, который очень сильно люблю, он прям вот со смородинками, да, мне напоминает это по консистенции йогурт. Пошли делать смузи. Девочки, сейчас мы будем с вами делать смузи. Смузи будем делать из коктейля Faberlic, и также мы будем использовать ягодки. В данном случае это замороженная черника. Мы взяли емкость, помыли и насыпали туда ягодки. Также мы заливаем водичку. Ягод, я говорила, можно взять 100-150 грамм, можно взять разных ягодок, можно, ну, до 200 грамм, в принципе, ягод можно насыпать. А водички берем 250-300 миллилитров. Ну что, возьмем пол колпачка клубничного и пол колпачка ванильного. У нас получается целая порция. А теперь берем блендер и все смешиваем. Ну что, девочки, ванильно-клубнично-черничный смузи готов. Приятного аппетита! Как вкусно!